Всем привет, Кент на проводе, и ребята, перед началом этого крутого видео будет конкурс на 1000 БС голды. И чтобы ее получить, вам необходимо... Первое. Поставить лайк. Второе. Написать хороший комментарий. И третье. Подписаться на мой канал, так что, ребят, подписывайтесь. Ну а также, ребята, вместе с комментарием оставьте ссылку на ваш ВК. Ну что же, всем удачного просмотра, ну а мы начинаем. Всем привет, ребята, Кент ПК на проводе, и сегодня, ребята, мы проведем небольшой эксперимент. Я поиграю на 5 режимах, ровно по 5 минут. И, ребята, в конце видео вы узнаете, на каком режиме можно нафармить больше всего опыта и денег. Так что, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, и, пожалуйста, ребята, смотрите данное видео до конца без перемоток, потому что будет весело. И первый наш режим, это, ребята, командный бой. На этом режиме я играл ровно 5 минут, с всякими нубами, меня, ребята, обзывали все в чате, но, в принципе, все было весело. И довольно-таки интересно, и мы получили 70 денег и 97 очков опыта. Но, я скажу так, это неплохо. Ну и далее я пошел на режим классика. В принципе, ребята, это было весело, я как обычно всех нагибал, все от меня умирали, и, ребята, ровно за 5 минут я получил 74 денег и 91 очко опыта. Ребята, прямо сейчас вы будете в шоке, я играл на режиме резня ровно 5 минут, и при том карта была очень отстойная, потому что она, ребята, очень большая. Я играл, в принципе, средне, ну как, я средне никогда не играю, я играл чуть выше среднего, и, ребята, за 5 минут я получил, просто, ребят, взгляните на эти цифры, потому что я в шоке, я получил 99 денег и 99 очков опыта, ребят, это просто полная жесть. Далее я играл в режим гонка вооружений. Данный режим мне очень понравился, он, ребят, очень захватывающий, очень интересный. И самое главное, ребят, он очень профитный. Я, честно говоря, в шоке, потому что я не ожидал такого громкого результата. Ребята, просто взгляните, 125 опыта и 75 денег. Это очень хорошо. И последним моим режимом, ребята, был режим зомби-выживания. Я в него играл тоже, как обычно, 5 минут. Ребят, этот режим был очень интересным, но, как оказалось, он был очень невыгодный, потому что я получил всего лишь 21 денег и 30 очков опыта. Это просто капец. И, ребята, давайте подведем небольшие итоги. Если вам нужен чисто опыт, то, ребята, добро пожаловать на режим гонка вооружений, потому что это самый профитный режим по количеству опыта. Но если вам, ребята, необходимы и деньги, и опыт, то добро пожаловать на режим резня, потому что, ребята, я не ожидал, но режим резня даже переплюнул командный бой. Блин, это самый крутой режим по фарму, поэтому вам всем советую фармить именно на нем. Ну что же, ребята, кто ждет продолжения подобной рубрики, пожалуйста, поставьте огромный лайк, также напишите в комментариях ваше мнение, ну и, как обычно, подпишитесь на мой канал. Ну а также, ребята, в начале видео был конкурс, про него не забываем. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!